Юридическая клиника, учебная лаборатория, существующая в Брестском государственном университете имени Пушкина довольно давно. Казалось бы, одна из многих. Однако это не совсем так. Каждый вторник на несколько часов она объединяет студентов-старшекурсников и юристов-профессионалов, которые общими усилиями стараются помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Вопросы имущественного характера, трудовое законодательство, гражданское право. Ответы и рекомендации в этих стенах получает каждый обратившийся. И для студентов, и для адвокатов эта работа является хорошим практическим опытом. Это очень хорошая возможность практики. То есть я в будущем планирую стать адвокатом, и поэтому для меня это очень хороший шанс практиковаться уже общению с людьми, навыкам вот именно поиска решения вопросов, с которыми люди к нам приходят. У дверей юридической клиники всегда есть очередь, в которой можно услышать совершенно разные истории из жизни. Ирина Константиновна на протяжении нескольких лет терпела всевозможные издевательства со стороны работодателя. Полученные психологические травмы сказались на здоровье. Отстоять свои права женщине помогли в юридической клинике. Поэтому уже во второй раз со своими вопросами она обратилась именно сюда. В любой ситуации ты знаешь, куда тебе обратиться. Здесь всегда помогут. Никаких тут таких предвзятых требований у тебя нет. Здесь всегда вежливо встретят, здесь всегда культурно с тобой обойдутся, ответят полно. Только в прошлом году в юридической клинике в Брестском государственном университете получили консультацию и помощь 108 желающих. И таковых с каждым годом становится только больше. Человек приходит на консультацию, рассказывает свою проблему, его выслушивает студент, адвокат слушает внимательно, проверяет, задает вопросы уточняющие, если необходимо, если студенты не смогли задать, не сориентировались в ситуации. Потом дается неделя на поиск ответа. В это время студент консультируется с адвокатом, проверяет, правильно ли он нашел ответ, находит еще другие варианты решения проблемы клиента, и через неделю клиент приходит, и ему дают ответ уже полный по его вопросу, по его делу. Если возникают какие-то дополнительные вопросы, решается вопрос, либо если студент читал об этом, информацию нашел, есть практика судебная, соответственно, он дает сразу ответ. Если нет, тогда может еще быть перенесен процесс на неделю. Претендовать на получение юридической помощи могут малоимущие граждане, а также пенсионеры и инвалиды. Консультирование проходит по предварительной записи и на безвозмездной основе. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Буктв».